Всем привет, уважаемые зрители! 120-ю серию сериала «Ветреный холм» вы сможете посмотреть на экранах уже 14 июня. В 120-й серии Зайнеп и Халиль продолжают сближаться. Халиль, осознав свои чувства к Зайнеп, решает обсудить с ней будущее. Он планирует устроить романтический ужин, чтобы в спокойной обстановке поговорить о своих намерениях и предложить девушке строить совместную жизнь. А тем временем Альпер не намерен сдаваться. Он усиливает свои попытки разлучить Зайнеп и Халиля. Он разрабатывает новый коварный план, чтобы заставить Зайнеп покинуть ферму путем ее похищения. Его действия приводят к очередному конфликту с Халилем, что накаляет обстановку на ферме. А тем временем Зайнеп делится своими переживаниями и радостью с сестрой. Она рассказывает о своем счастье, связанном с отношениями с Халилем, о том, как он стал важен для нее. Сестра поддерживает Зайнеп, вдохновляя ее на откровенный разговор с Халилем. Однако попытки Альпера навредить Зумруд также приводят к неожиданным последствиям. Зумруд оказывается в опасности, что заставляет всех на ферме мобилизироваться для помощи ей. Это событие становится поворотным моментом, заставляя Халиля и Зайнеп еще больше ценить друг друга и осознавать важность их чувств. Серия заканчивается тем, что Зайнеп и Халиль, несмотря на все испытания, находят время для своего романтического ужина, где они, наконец, могут обсудить все, что накопилось у них на душе. Их разговор полон искренности и надежд на совместное будущее. А как думаете вы, удастся ли Альперу разлучить Зайнеп и Халиля и похитить Зайнеп из фермы? Напишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых обзоров. Ставьте лайк под видео и приятного просмотра!